Никин великолепно себя проявили на чемпионате мира в прошлом году по юниорам. Они, кажется, с Разуменко заняли второе место на чемпионате мира. Вот перешли в молодежно-возрастную категорию. К ним прибавился Алексей Мисюченко. И мы видим, что это очень хороший экипаж. Надеемся, на дистанции мы сейчас в этом убедимся еще один раз. Итак, спортсмены приняли старт, они уже даже преодолели первую четверть дистанции. Все внимание, дорогие друзья, на третью воду. Напоминаю, что первая, вторая, третья лодки из этого заезда сразу берутся в финал. Не обращайте внимания, что у нас одна дорожка пустая. Все из заявленных участников этого заезда стартовали. Здесь по жеребьевке или какому-то другому решению нет седьмой воды. 500-метровой дистанции. Неплохо, кстати, вот гребет сборная Беларуси. Ну, хотя не они лидеры. Пятая вода Венгрия, шестая вода Германии. И неплохо Новая Зеландия по девятой воде. Но только прошло 500 метров. Хотя вот я насчет неплохой гребли сказал в отношении нашей белорусской команды. А наши ребята пока не в тройке. Не знаю, насколько с тренерами... Какая стратегия у этого экипажа? Может быть, ребята решили пройти через полуфинальную стадию. Такое может быть, но пока белорусский экипаж не в тройке. Однако дистанция 1000 метров. Метров 350 осталось пройти участникам. И возглавляет этот заезд, пожалуй, экипаж Венгрии. Рядышком неплохой чешский экипаж. По шестой дорожке команда Германии удивляет Новая Зеландия. Напоминаю, что в 1984 году, правда, не участвовали большинство социалистических стран, в том числе и сборная Советского Союза, новозеландцы Томпсон, Бромвилл, Фергюсон, Макдональд завоевали золотые награды. Да и вообще новозеландская гребля в 80-е и начало 90-х годов гремела на весь мир. И в конце 80-х как-то будет в будущем, не знаем. Но, к сожалению, пока белорусский квартет не в числе тех экипажей, которые сразу отбираются в финал. Наверное, ребята решили пройти полуфинальную стадию, потому что силу этой лодки мы знаем хорошо. Ну что ж, ничего страшного, пройдут в финал, мы надеемся, через полуфинал. Ну а пока лидирует команда Венгрии, лидирует уверенно, и этот заезд она выигрывает. Рядышком чехи и немцы. Именно вот это вышеназванное трио и отбирается в финал. Наша команда на пятой позиции, четвертое место занимает канадский квартет, далее Беларусь и Аргентина. Вот приезжает Новая Зеландия, Италия, новозеландцев все-таки не хватило сил на финиш. И этот заезд завершен, дорогие друзья. Ждем технических результатов.